А вот эта муха-журчалка полосатая. Тут пчела пролетела, ее прыгнула. Короче, это полосатая муха-журчалка. Ну, похоже на осу. Ее как бы боятся из-за этого. Отпугивающая окраска. И она из-за этого такая нахальная, что ее можно пальцем потрогать, она не улетает. То есть, ну, для огорода, сада она очень полезна тем, что личинка этой мухи-журчалки питается тлями. То есть, ну, где много цветов, там много этих журчалок получается. И эти журчалки защищают территорию от тлей. То есть, как только тля размножается, журчалка тоже размножается. И вот она прилетела. Сейчас вот ее пальцем трогаю, ей пофиг. Ну, если аккуратненько, ее можно и на палец посадить.